что такое трезвость или нетрезвость, знают все. Все понимают, что если человек потерял ориентацию в пространстве или времени, если он как бы потерял себя, то это будет нетрезвое поведение. Это может относиться к алкоголю, к наркотикам и так далее, и так далее. К средствам химической зависимости. Но ведь кроме зависимости химической существуют еще и нехимические зависимости, в том числе и духовные. И как раз вопрос духовных зависимостей человека, которых очень много в наше время, приводит нас к вопросу о трезвенности, которая не просто нетрезвость в суждениях, в поведении, в мыслях и так далее, но и то, что относится к нашему внутреннему состоянию, когда мы неадекватно воспринимаем внутреннюю духовную жизнь, когда мы путаем какие-то важные вещи. Вот в наше время очень много путаницы в жизни людей. Не случайно и в Священном Писании Нового Завета, и у святых отцов, особенно аскетов, высшими добродетелями, среди высших добродетелей называется развлечение духов. Вот умение различать духи, быть трезвенным, знать всему меру, чувствовать, какой потенциал содержится в том или ином явлении, какое направление оно имеет. Вот это как раз то, что относится к качеству трезвения. Так что трезвость – вещь более простая и более внешняя, более плотская, телесно-душевная. А трезвенность – больше духовная, хотя, конечно, влияет и на плоть человека, на его душу и дух. Церковная традиция так высоко ставит трезвение и развлечение духов, что нам следовало бы обратить на это больше внимания. Конечно, это может быть харизмой, это может быть прямым даром от Бога, но иногда эти качества обретаются путем больших усилий или, скажем, научения, послушания и в процессе служения человека Богу и ближним. Вот трезвение – это как раз качество, с одной стороны, наработанное человеком, содержащееся в его опыте, а с другой стороны – это дарование. И вот пусть у каждого из нас будет то и другое. В наше время это крайне необходимо.